друзья, всем доброго здоровья. Сейчас мы будем проводить такую мини-медицинскую операцию, профилактику точнее. Значит, я не знаю, как в дикой природе, вот меня всегда удивляет, но там жесткий закон, выживает сильнейший. В своем хозяйстве всегда приходится помогать нашим братьям меньшим. Значит, вот конкретно мы сейчас будем ставить уколы поросятам. Так рекомендуют опытные свиноводы. На третий день, значит, маленьким поросятам нужно ставить железосодержащий препарат. Ну, в данном случае феронимал 75 ставлю. Вот. Ну, там они всякие бывают, вот, такие препараты. Зачем мы это делаем? Значит, обмен веществ, чтобы поросенок хорошо развивался, все зависит от обмена веществ. Вот. Обмен, на него влияет кислород. Значит, а кислород зависит там от гемоглобина. Вот так вот цепочка такая. Вот. А гемоглобин напрямую зависит от железа. Вот. Поэтому, значит, когда поросенок рождается, у него есть какой-то недостаток этого железа. И через какое-то время, если вот не проставить, то начинается анемия, нехватка железа. И, соответственно, он начинает слабеть. Вот, плохо ест и плохо развивается. Так вот, чтобы это предупредить, мы ставим на третий день и, по-моему, через 2 недели. Буду я ставить, значит, по 2 кубика каждому поросеночку. На каждую семью я использую по 1 шприцу. Не на каждого поросенка, а то слишком жирно будет. Вот, на 1 семью. Небольшой такой совет для начинающих свиноводов, что ли, или просто для крестьян, которые занимаются или будут заниматься хозяйством. Значит, вот все постепенно придет с опытом. Научитесь, там говорят, а страшно было, нет, там, или вот уколы ставить. Ну, как бы оно все страшно. Страшно в деревню переезжать. Вот, то есть надо смелость какую-то, и с опытом все придет. То есть не надо бояться. Научился тоже я уколы ставить, там еще что-то делать. Вот, ну, что-то несложное. Чтобы легче извлечь препарат в шприц, берешь вот сюда, в эту крышечку, втыкаешь еще 1 иголку от шприца. Вот я втыкаю 2-ю иголочку сюда. Вот, и делаем вот так вот. То есть получается, воздух сюда заходит в бутылочку, и так получается намного легче. Вот там видно, как такой ручеек прям льется. Сейчас я планирую набрать сразу 4 кубика. 4 кубика наберу. Все, значит, обязательно воздух вот здесь вот, его нужно выгнать. Оп, вот все как по фильму, прям как доктора делают. Значит, сейчас надо поросят, я всех выловлю, вот специальную ваночку принес, и потом по 1 поросенку буду ему ставить и отпускать туда, и все. Как раз эта свинья сейчас беспокоиться будет, они пищать, потому что будут. Они еще выпрыгивают. Вообще бы их, конечно, туда снаружи, что ли, их выкидывают вообще? Как вот их? Бегут они там, нет, далеко разбегутся. А то убегут еще куда-нибудь. Так, ладно. Вот видишь, они выпрыгивают. Эй, тихо, тихо. Так, все, на всякий случай брал метелку, потому что мало ли, я один, а их много. Все, Господи, благослови. Так, берем шприц и начинаем им помогать. Оп.
Опа, за две ноги берем. И так вот, ну кто куда ставит, я ставлю вот ляшечки, меня так учили, по кубику. Кубик раз сюда, в ляшечки в тыльную сторону. Котенка и поросенка. Вот во сколько раз он должен увеличиться до вот такого размера. Как все в жизни, интересно. Ну ладно. Свежая поросятинка. Ой, ты какой хулесенький. Ой, мамочка, помогите мне. Ой-ой-ой. Так, чтобы на свету было видно. Ой-ой-ой. Носик пип-пип-пип. Пип-пип-пип. Пип-носик. А где пип-носик? Вот он, пип-носик. Где мой малыш? Вот он. Ну ладно, все. А вот ты первым и будешь у нас. Так, Господи, благослови, все тихо. Ну все, а тут ребята вот после укола все спят хорошо прям. Им хорошо, тепло. Прям бы сам туда лег бы. Ну что, с Божьей помощью профилактику поросят провели, всем проставили. Интересный момент такой, когда их туда запускаешь, она каждого обнюхивает. Ну, собственно, как и каждое животное. То есть поросят уже нельзя путать. Уже перепутаешь, она может это его там... Большая свинья там что-нибудь схватит его, поранит, и все, и считай, поросенка нету маленького. Вот. Теперь мы будем через 2 недели, по-моему, в следующий раз. Я сейчас еще в записях посмотрю. У меня просто как-то так получилось, что 2 года поросят не было. И немножко подзабыл уже, если честно. Вот. Когда они каждый год у тебя, ну там уже как на автомате. Вот. А как-то получилось так, что свиноматка там вроде боров был, что-то не получилось. И, в общем, они у меня пустые были. И вот пришлось там покупать. Ну все, слава Богу, надеемся, что значит, все это железо пойдет на пользу. Вот, и потом еще раз железо поставим, и они будут, ну, нормальные, как и всегда. Потому что если не ставить, реально они потом начинают болеть, очень маленькие, и потом уже ничего не помогает. А так сейчас они на молочке, на мамкином, прям ух, наливаться будут. Тебе тоже поставить железо? Давайте я поставлю тоже, что там уже.
жалко. Скоро прибавление.